Розочка, я пишу. Искренне кланяюсь вам за прекрасного сына, за прекрасных детей, за прекрасных внуков. Вы знаете, дорогие родственники, дорогие друзья, мне, наверное, труднее всего говорить, потому что ровно 15 лет тому назад я был один из первых в нашей общине, который рискнул войти в систему радиовещания русской эмиграции Соединенных Штатов Америки. Это очень сложная работа, потому что быть лицом общины очень сложно. Может быть, никто не понимает, что это такое, но те люди, которые находятся в первых рядах, в настоящих первых рядах, это сделать очень сложно, потому что за каждым твоим словом, за каждым твоим вздохом люди сидят и слушают внимательно. Ровно 15 лет тому назад я думал, что сделаю развлекательную программу для нашей общины. Мы будем слушать певцов, будем слушать музыку. Я ни в коей мере не хотел задевать никакие политические вопросы, касающиеся нашей общины, бухарских евреев. Мы единственный народ в мире, бухарские евреи, которые в течение последних 30-40 лет попали в Соединенные Штаты Америки, в страну свободного пространства.